Бежит моя девочка и Тофочка. А остальные где? Где пацаны? Грея, как всегда, придет к вечеру, да? Грея у нас кошка, кошка-гуляка, которая гуляет очень далеко от дома. Сейчас, девочки, сейчас. Я сегодня вон желудков куриных им взяла. Только в миску, наверное, все-таки сначала. А миски, конечно, не первой свежести. Ну, что делать? Вот, там жижа, поэтому в миску. Они пускай уже разгребают. Вот так вот, да. Все, кушайте, мои девочки. Ой, я тебя обляпала, Микушка. Ой, а Микушка прям с мисочки кушает. Чего ты там опять закрылся? Как тебе удается, дружок? Я ж тебя открывала. Выходи давай. Там просто по кругу можно обойти и туда попасть. Хочешь, да, вкусняшку? Ой, какая вкусняшка. Ой, какая вкусняшка. Давай, положу тебе вкусняшку. Много не дам, бабушка тебя явно кормила. И тебе бы и так похудеть бы, похудеть бы. Ну как вот эти вот голодные глаза не покормить? А смотрите, как он аккуратно, берет, ни хрена себе. Дружок, иди сюда. Ты мне чуть руку не откусил, блин, аккуратно он берет. Аккуратненько. Аккуратненько бери. Ты посмотри, ты с ума сходишь при виде мяса, да? Ага. То ты печенье аккуратненько берешь. А с мясом ты руку готов откусить, да? Ладно, забирай уже. Ну, в общем, пока все. Ждем остальных котов. Остальное вот оставляю. Остальным котам, потому что у нас еще два кота и кошка. Где коты, дружок? Нету котов, да, мой хороший? Это птичка орет, похоже на мяв. Но это птичка. Вот еще розочки какие красивые. Это комнатная роза. Это я маме дарила. Ну, мы с Костей маме дарили на день рождения. Давно еще. Потом привезли к бабушке, высадили, рассадили. Растет себе в грунте. Классная. Такая же мелкая остается. Хочу тоже как-то себе кусочек чикануть. И чтобы дома у меня такая была. Что ты довольная морда? Довольная морда. Я тебе дам мисочку вылизать. Кровушку эту всю. Кошки, наверное, ее не будут. Или будут? Все равно лучше посидеть, посмотреть, как кошки поедят, потому что если я отойду, дружок их, ну, не то чтобы отгонит, просто ряху свою всунет рыжую сюда. И миска опустеет за секунды. Шо, Тофонька, ты наелась или что? Или ты не можешь взять кусочек? Боишься запачкаться об миску такую страшную? Я понимаю, да. Не будешь же, бабушка, еще уличным котам и собакам миски мыть на улице. Да, пес? Так, ну все, я пошла. Всем пока.